Я хочу сказать тебе, когда ты переписываешь, когда ты отменяешь, последствия le conseguenze прекращают быть. Smettono di perseguitarti. Это как дерево, è come un albero, которое вырвали с корнем. Che hanno tolto dalle radici. И ты знаешь, если вы вырвали, значит, e sai che se l'hanno tolto dalle все radici, листочки, которые еще сегодня зеленые, tutte le foglie che oggi sono ancora verdi, завтра и послезавтра они засохнут. Domani, dopodomani, saranno tutte secche. Точно так же ты должен знать. Stessa identica cosa devi sapere che те события, которые gli eventi, те разрушительные последствия, которые сегодня влияют на твою жизнь, они прекратятся, потому что ты с Богом вместе, вместе с Духом Святым, ты отменил, ты переписал то, что тогда произошло. И Бог стер это. E Dio l'ha cancellato. И этого больше нет. E quindi non esiste più. Значит, все эти последствия засохнут. Tutti questi conseguenze seccheranno come le foglie. Итак, сделай это сегодня. Fatelo questa sera. И когда ты сделаешь это с одним событием, lo fai con un evento, и когда ты увидишь, quando vedrai, как последствия уничтожены, che le conseguenze sono distrutte, потом ты сделаешь это со следующим событием. Lo farai con l'altro evento. И таким образом ты уберешь из своей жизни все то, что дьявол туда сложил через различные ужасные события. Аллилуйя. И теперь воздай славу Богу. И давайте мы еще раз встанем. Alziamoci di nuovo. И я хочу помолиться за вас, чтобы у вас это получилось. Perché voi ce la facciate. Чтобы когда ты будешь это делать perché сегодня, lo farete questa sera, кто-то сегодня начнет, он ты поймешь, что тебе нужно больше времени, qualcuno stasera inizierà, capirai, ты завтра продолжишь, avrà bisogno di altro tempo, andrà avanti domani. Я молюсь, чтобы у тебя это получилось. E io prego perché voi ce la facciate. Пусть Дух Святой поможет тебе, положи на себя e руку. Lo Spirito Santo vi dia mano. Mano sul... Драгоценный Дух Святой, caro Spirito Santo, я прошу тебя, io ti chiedo, помоги, aiutami, чтобы та боль, которая сокрыта годами глубоко-глубоко в наших душах, те события, которые дьявол произвел в нашей жизни, что влияет на нашу жизнь даже сегодня, что несет эти жуткие последствия, помоги каждому с тобой, драгоценный Дух Святой, caro Spirito Santo, переписать это, riscrivere questa cosa, провозгласить, что этого не было, che non è mai successo, и помоги, драгоценный Дух Святой, e aiutami, Spirito чтобы Santo, все последствия, они засохли, possano seccarsi, чтобы всякие разрушительные последствия были уничтожены, distruttive possano essere distrutte, чтобы мы стали свободны от этой боли и разрушения, da questo dolore, da questa distruzione, во имя Иисуса Христа, nel nome di Gesù Cristo. Теперь закрой свои глаза. Ora, gli occhi. И сейчас Дух Святой, e ora, lo Spirito Santo, Он поможет тебе начать ti aiuterà это. A iniziare. Он сейчас вот остановит adesso твой разум fermerà il tuo intelletto. Именно на том событии, которое тебе in надо переписать. Он покажет тебе, riscrivere, e ti forse, что тебе надо сделать в первую очередь. Cosa dovrai fare come prima cosa. Сейчас Дух Откровения движется в этом ora, зале. Lo Spirito della Rivelazione si muove in questa sala. Дух Святой, пожалуйста, помоги начать этот процесс. Prego, прямо сейчас, драгоценный Дух Святой, momento, покажи caso, здесь, в зале, в прямом эфире. Sala, in diretta, a casa, покажи сейчас, facci vedere in questo momento, что нужно сделать, какое событие qual è l'evento, более всего разрушительно влияет на жизнь. E continua a ripercuotersi sulla mia vita. Какое событие qual evento нужно переписать. Devo riscrivere. Нужно просто стереть его. Devo cancellare. Дух Святой, покажи сейчас. Spirito Santo, faccelo vedere. Сейчас просто пару минут. Un paio di minuti. Ничего не говори. Non dire niente. Позволь Духу Святому показать тебе. Permetti allo Spirito Santo di farti vedere. Alleluia. Alleluia. Драгоценный Дух Святой. Caro Spirito Santo. Двинься сейчас. Muoviti. Сейчас переживаю его помазание, его действие. Unzione. Sento la tua azione. Alleluia. Alleluia. Pragovari. Parlami.
Покажи сейчас. Fatti vedere. Аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой хочет с корнем вырвать эту боль. Spirito Santo vuole strappare dalle radici questo dolore. Он хочет с корнем вырвать эту боль. Vuole strappare questo dolore insieme alle radici. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас Дух Святой уже начал действие. Spirito Santo ha iniziato ad agire. Он уже начал это действие. Ha iniziato ad agire. Он помогает тебе с корнем вырвать aiuta a strappare tutto con этот le radici. Ужас, который влиял на твою жизнь. Terrore che continua a avere ripercussioni этот кошмар, questo incubo, который снится тебе по ночам. Che continui a sognare tutte le notti. Это страшное событие, questo из-за которого в твоей жизни столько проблем. Nella tua vita continui a avere così tanti problemi. Он хочет с корнем, прямо сейчас vuole уже это происходит. Questo, он вырывает это. Он вырывает radici. Это с корнем из твоей жизни. Lo strappa la terra con le radici, questo problema. Он показывает тебе, ti sta facendo vedere, что все сейчас возможно. Che adesso tutto è possibile. Ты можешь вместе с ним insieme a lui, переписать, буквально отменить это. Puoi cancellare, riscrivere. Аллилуйя. Аллилуйя. И все последствия разрушены. E tutte le conseguenze sono ты не должна сегодня страдать. Devi soffrire oggi. Ты не должен сегодня это терпеть. Non devi sopportare oggi. Ты не должна сегодня так о себе думать. Non devi pensare così di te stesso oggi. Ты не должен сегодня видеть, как у тебя не получается. Non devi vedere oggi come non ce la fai a fare cose. Вы не должны терпеть non это в своем доме. Sopportare questa cosa a casa vostra. Вы не должны смиряться с этим поражением. Non dovete rassegnarvi a questa sconfitta. Потому что причины этого больше нет. Perché le ragioni di questo sono sparite. Ты не должен так на себя смотреть. Non ты не должна такое così. О себе думать. Non devi pensarti потому in что этой modo. Причины больше Perché нет. Non sono più le motivazioni этого per farlo. Не было. Non sono mai successo. Этого не было. Non è mai successo. Смотри на себя как на счастливого Guarda человека. Come una persona felice. Смотри на себя как на человека. Vediti come una persona. Которого Бог пронес на руках. Che Dio ha portato sulle sue mani. Пронес на руках, несет ha тебя на руках. Sulle sue mani. Несет тебя Dio на руках. Ti sta portando sulle sue mani. Отменяя все, что делал дьявол. Cancella tutto quello che fa il diavolo. Бог несет тебя на руках. Ti porta sulle Он sue стирает mani. Из твоей памяти весь этот кошмар и ужас. Dalla tua memoria, tutto quell'orrore. Он стирает все эти Cancella. События, от Tutti которых тебе eventi сегодня per i quali tu oggi так тяжело. Continua a avere così difficoltà. Отменяет, 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 отменяет во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вау, этот процесс начат. Этот процесс начат. Поэтому дома заверши его. Completa questo заверши. Completa questo потому что когда ты это напишешь, Perché уже написанное scrivi, на бумаге, scritto sulla carta, уже провозглашенное, è già annunciato. Ты поставишь печать на этом. E metti ты поставишь печать. È come se tu mettessi un timbro su questa cosa. Аллилуйя, спасибо, Дух Святой. Grazie a Dio. Спасибо, я благодарю тебя. Io ti ringrazio, Eterno. Я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Аллилуйя. 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 Воздай Богу сильную славу. Diamo gloria a Dio. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы славим тебя. Аллилуйя. Grazie.